Ну вот 1 апреля сейчас, сегодня днем шутки. Я хочу вам сейчас показать, вот как здесь в Турции принято. Вот она. Туфли оставляются вот так вот за дверями. Домой квартиру заходят без туфлей. Здесь принято так. Вот сегодня я блогера посмотрел. Ну, говорит, Италия вот в основном вот от туфлями ходит. И вот из-за этого, говорит, это вот коронавируса это. Здесь, честно говоря, чистоту очень соблюдают вот в этом плане. Дома всегда женщины и без этого коронавируса хлоркой мыли. Здесь зациклен на хлорке. Вот смотрите, гранаты все распустились. Здесь зациклен на хлорке. Настолько хлорку употребляют. Они и без коронавируса моют всю квартиру свои, все только хлоркой. Вот, вот оливки цветать начинают. Здесь зациклен на хлорке, понимаете? Вот опять вот на крышу полезли, все там постирали. Опять же на хлорке постирали все. Вот вода с крыши потекла, они на крышу, у них стирает там. Вот, вот, смотрите, идет вот она вода с крыши, вот она мыльная. Мыльная, вот она пошла, вот мыльная. Все у них мылом стирает. Вот она, видите, она потом туда уже идет, уже канализацию. Вот, смотрите, мылом. Так что здесь все от и до. Стирают мылом и дружат здесь. Честно говоря, вот дезинфицирующим средством и без коронавируса. Смотрите, какой у меня стал этот виноград уже, видите? За 2 дня, видите? А сейчас весь зелень будет. Смотрите, все пошло. А это у меня тоже, смотрите, красота, видите? Красота. Вот цветочки цветут. Вот, все везде цветах, все цветах. Вот. Весна свое дело делает. Вот мандарины попозже цветут, но они уже, видите, расцвели уже все. Запах стоит просто непередаваемо. Это вот мандарины. Зацвели, видите? Красота. Смотрите, мандарины. Весь цвету. А старый урожай тоже одна штука есть. Вот она. Эй, пусть стоит. Пусть о старости, как говорится, это. Вот. Вот алоэ цветет уже. Смотрите, какие у него цветки. Видите, алоэ цветки. Смотрите, типа колокольчиков, что ли, у них вот так вот. 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 Герани уже пошли, цвет уже. Вот у меня это. А это вот, вот так уже пошло. Красный герани здесь у меня вообще прелесть цветут. Обалдеть просто. Вот это деревце было маленькое, я его посадил. Стала вот такая. Розочка вот эта тоже растет, красная роза. Розами здесь я везде обсадил. Но деда перцы еще не растут. Вот. Ну вот. А тут, видите, сделали подъезд к дому, к новому дому. Все уже, чтобы машинам заезжали. Дом уже готов. Красота. Отделочные работы закончены. Так, а ну-ка понюхай-ка эту розочку. А, такая красота, ребята. А вот это вот мушмула уже, смотрите, мушмула уже какая стала. Видите? По двору можно ходить, карантин до двор не относится. Во время карантина по двору у себя можно ходить. Вот. И вот такие вот эти. Видите? Вот. Дед сегодня полил, хорошо. Вот его тыквы выросли. Тыквы пошли в рост, вот они. Лук. Урюк расцвел. Вот это. Листья уже запустил. Сейчас будет цветать. Урюк здесь, вот абрикос. Инжир полностью листья распустил. Вот. Ну так все нормально идет. У меня. Тыква здесь дедовская, все тоже пошла в рост.
Ну все, экскурсия закончена. Солнышко, градусов 25 сейчас. Всем хорошего дня. Пока-пока.